Опять второй ни разу не было все это время этого, а тут второй раз за день. Ну как это? Ну это что? Ну, это вообще куда? Ну, дело. Мне нравится. Не знаю, мне нравится. Ну, спасибо, что 2-2 первым поставил. Что могу сказать? Гогим. Раз. Два. Ешь 1-4. Не справился. Ну, это тоже такая билка? Вы что, офигели все? Билку Лизу лутать, а мне? На следующий ход? В троечку? Ну, давай. Суки. Кровавая ярость. Погнали. Блин, я... Мне вон нужно провокацию давать, так что я не могу. Эч. Он взял кувшин? Где у двоих лемос один кувшин поставил? Потрясающе сыграно. Так, я против этого играю. All right. Демоны 4, Малигас. Мы справимся. Ну, если не справимся, то будет не больно. Нас еще четверка призовет с обилки. Басажабр, который призовет басажабра! Уху! Плюс 12-4 сюда. Нет, там еще один, если что, был бы. О, заначка. Так, это мне ничего не сделает. Когда он не нужен, он всегда есть таверне. Это хорошая карта, сильная. Прокачка элемов, чтобы, возможно, демонами... Блин, вообще, конечно, типа... Щ...
вещи, типа... Типа... Пойдет. Пойдет, наверное, да? У меня есть дилемма? У меня типа нет дилемма. Это второй басажабр есть. Че, я одну монетку сохранил? Ну и чё это? И чё это? Два басажабра — это хорошо. Вопрос. Значит, так делаем. Значит, одну монетку всего сохранили. Что я могу сказать? Бам! Не ожидал? А вот что у меня для второго басажабра ничего нет, ты не узнаешь, потому что он так и не разбился. Ха? О! Какой ход? Восьмой? Блин, нельзя 9-7. Блин, 9-7 тоже офигенный. Я еще под басажабра могу его поставить. Блин, 9-7 мне очень нравится. Это очень сложный выбор, реально, между коллекционером купонов, который может дать херовую карту. Это карта 9-7, она на столе. И она дает тебе карту в руку. Из пятерки. Это же пог. Это же пога. На восьмой ход, кроме S-блока, особо ничего... Короче, я беру тебя. Все, я решила. А мне нет смысла все равно второго ставить. Очень красиво. Все очень красиво. Ну, реально, он хорош. Мне кажется, он вкусный. Ну, неплохо, на самом деле. У нас пассажабры. Забав Вилемов. Демон. Хорошую карту дал. Надо было его раньше ставить, да? О, ничья, найс. Тин-т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 ин. Еще пару дают. Снит. Го с нидом. Так. Думаю. Я в него просто дам, да? Давайте в него дадим. Это же пок. Но типа мне отсюда не очень надо. Я этого продам. А этот у меня точно на столе будет стоять. Колдуем, да.
Твоя, да? Минус, минус, минус. Хорош. Приветик. Сюда, ничья. Блин, это такой пок, на самом деле. Старомодный охотник, которым собираешь золотые эти бади, золотые бади этих панд просто по кругу. Если рано его найти, то это типа бесконечные золотые бади. Жесть. Я такого, наверное, возьму. Что уже какой ход? Десятый. Так. Пя-купаю. Пя-купаю. Продаю. Нет, таунта нет. Блэд. Ставлю. Ставлю. Ули, не плачь. Ставлю. Я просто думаю, может быть, мне взять это пока в руку. Не, вот это надо в руку брать. Так, тут столько всего вкусного, блин, блинский. Я тебя поставлю. Блин, фу, уйди. Короче, ты типа не нужен скорее, да, Мурлоки? Тебя тоже ставлю. Типа ставлю босса жабры и забираю вот эти две карты. Это, конечно, прикольный пок против Мурлоков. Или просто так делаю. И там пофиг, что куда упадет. Так, это метка, конечно. Вообще, надо на него было, типа, бабл делать, да? Ну, типа, хп можно, можно немножко по... дурачиться. Везет, пипец! Всегда бы так. Я какой? Что думаете насчет этого? 11-й ход, троих уже нет. Наги, демоны, лемы, мурлоки. Мне почему-то хочется взять, я не знаю. Наверное, ненормально. Блин, это хорошо. С другой стороны, это капец как. Блин, ну и что я с ней делать буду? Я в руку беру, чтобы они были, да? Типа подкачанные. Нужна стенка. Давай придумаем стенку какую-нибудь. Стенка, говорю, давай придумаем. Стенку. Стенку. Тоже хороший. Скамыч какой-то. All right. Король элементалей. Типа я могу триплет сейчас раскопать. Говорит, мастерство показываю. Или чародейское превращение, которое я хер знает во что делать. В шестерку, в четверку, в четверку, в шестерку. Давай. Четверку, да? Четверку. Мне не нужно уже ничего качать. Я хочу скамьяды, наверное. О, хороший. Ага, блин, 5-5. 5 мало. 5-5 мало. Не надо. Тоже, типа, не надо. Хотя против мурлоков. Нет, это хорошее. Блин, нужно какой-то трипл.
попробовать найти. Маленький, я не могу гулю ставить. Блин, кто ж даст мне стенку-то, а? Как я без стенки играть буду? О, далее. И что делать дальше? И что дальше-то? Нет, типа, я, наверное, не очень нужна. Мне тут нужна стенка больше. Ну, до этого на тычке гига везло, поэтому... Я, конечно, ослабилась без яда. Откуда у него бабло на них? Реборн. Мурлоки 4. Золото в бабле, просто какие-то гига-статы, которые из руки будут присываться в бабле нормально против мурлоков. Пойдет. Гига-статы 40-40. 40-30. Гига. Угу. Гига-чат. Просто на чё реборн делаем? Это не нужна. Угу. Это нужна. Значит, что-то в руку в умного взять. В умного. Угу. В умного взять что-то в руку. Что это? Да как будто бы реборн надо делать, я не знаю. Сюда? Нет. Или да. Или сюда. Ну сюда мне нет смысла, потому что у меня всего 4 карты. Такую надо взять просто. Бибу. Лерой не дали. Так, я не знаю, какой там стол, да? Могу только догадываться. Я трибор. Ну, типа... Возможно, сюда лучше. Давайте попробуем. Реборн героя. Блин, Ривендер заспавнился. По идее, он его с тычки не убивает, потому что он в бабле. Плохо, что один массажабр хреново раскрывается. Ох ты ж, мразь! Ничего. Нитя! Нитя! Вот это хочу в руку обязательно. Вот это прям то, что надо в руку. Yes? Угу. Прям very отлично. А это Мурлок нежить где, кстати? Я шестерки же. Где он? Поменяла одна такого. Если он не соберется. Мурлок нежить. Мурлоки, блин, а это хер пойми, что там, да, у вас? Я вот просто на Синдарайка думаю, но, не, ну, наверное, нет. Так.
Очень интересно. Очень интересно. Давай такого возьмем в руку. Я думаю, я переживу. Чил. Мне как-то надо разлочиться. Есть идеи? Мне кажется, одного хорового надо продавать, если не соберется. О, вот это хороший. Сейчас бабло будем сбивать. Это надо взять. Даже если в него таунт бабл упадет, он его не будет снайпить. Вот это надо взять. Хоровой вроде сильный. А что, яд тогда? Такого продать? Не знаю. Блин, сколько жратвы для дракончика? Иди в жопу. Че, надо 15-15 дать? Как бы это бы. Блин. А че я поставлю? Раз, два. Три, четыре. Я хочу прочекать. Фак. Я не могу их собирать! Это было нечестно! Классный удар, чувак! Еще один здоровский. У него блок. Теперь я вообще окончательно залочилась. Против этого нужно было дисбывать баблов. Какие-то у него слишком большие, блин, мурлоки. Мне хватает. Какой долгий бой! О, кто-то из вас точно сдохнет. Берем котика. Ну или нет. Будем надеяться.
Блин, я уже не помню, что там второго. Что это с камьядами, а? Он у него с ядом был, да? А, нет, не с яда. Пассажабра брать золотого? Что ли? Да, чё? Два крыла! О, провокация! С кайфом. Отлично, ща выиграем. Ща выиграем. Одного такого слить. Да. Что-нибудь еще надо. Красивое. Раз, два и... Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Блин. Блин. Ладно. Чего? Что я сделаю? Чего у меня будет в руке карта из этого? Из триплета. Вот это. Вот это пойдет. Вот это пойдет. Ой, пожалуйста. Ну что, заскамим? У него, блин, еще глыба! Это не очень хорошо. Так, нужно сюда дычку. Так, ладно, тоже пойдет. Чик, чик, хорошо. Это, кстати, пятерка не моя, не с руки. Так, теперь надо, чтобы он ударил. Не сюда! Качаем рыцарей. Мне нужна еще раз такая билка. Иначе не вывезу. Реборн, найс. Наверное. Так. Что если гулю поставить? Я себе убью вот этого, да, Мурлока? А если я вот так сделаю? Это минус этот, минус этот. Тут даже с запасом хватает. Ей, мои доллары в плюсе. Сколько ходов? 19! Я устала. Я устала. Короче, видите, как классно получилось? Мы не зря лемов качали. Задуваки всякие там собрались.